Привет, моя хорошая. Ночь, примерно половина первого. Я вот только что пришла с Дикси, загружаю вам видео. И купила воду и яйца. Сейчас покажу вам, какие яйца. Кто знает, почему они такие. Вот смотрите, здесь есть число 6 марта 2020 года. Значит, оно свежее. Но почему оно такое? У кого-нибудь были такие? Яйца вы покупали? Вот я не понимаю, почему оно такое. Не гладкое. Или с кальцием что-то у курицы не то. Кто знает, напишите мне, пожалуйста. Мне очень интересно. Вот такие яйца у нас в магазине. Я вроде бы открыла пачку, посмотрела. И даже не заметила. Оно так стояло. Я даже внимания не обратила. Смотрела, чтобы не разбитые были. Вот, в принципе, 6 числа должно быть свежее. Почему оно такое, кто знает. Буду ждать вашего ответа. Пока-пока, мои родные.